Вот такая сегодня погода. Это январь месяц. На Кипре зима. Всем привет-привет. Доброе утро. У нас новый учебный день на карантине. Андрей с 8 утра уже занимается онлайн. У него дистанционные уроки. Вчера ездила в магазин, купила клубничку. У нас зимой всегда сезон клубники. Так, клубничка готова, помыта, почищена. Сейчас отнесем. Вот плюсы дистанционного обучения. Тепленькая, конечно. Сейчас очень холодно на улице. Да какой из них теплый? Вот это, которое ты одела, очень красивая. Все. Клубничку поешь и поедем, окей? Ну, будет перемены, скушаешь. Ладно? Приятного аппетита. Я сейчас Арину отвезу домашку делать. Пока. Удобно на дистанционном обучении, да? Мама клубничку носит. Вот такое утро у Арины. Класс? Давай, все уроки надо ехать делать. Доедай клубнику и поедем. Все, выехали. Мчимся в садик. С 10 до часу Арина будет в своем садике, сделает домашнее задание. Наверное, часик у тебя занимает, да, уроки? И еще почти 2 часа будет играть с подружками. Аринка, как тебе повезло в этом году? Этот локдаун намного проще, чем прошлый, правда? Пошел все-таки сегодня в дождь. Такая вот сырость. Началась зима настоящая на Кипре, когда дожди. В этот зимний локдаун, я считаю, очень хорошо организовано обучение для 4, 5, 6 классов начальной школы. В 8 утра начинаются уроки. Дети имеют 4 урока по 30 минут и 10 минут перерыва между ними. Обязательно греческий, математика по одному или два урока. И дополнительно еще какой-то предмет, это английский, география или история, какой-то вот еще предмет. Мне очень все нравится. Потом им дают домашнее задание, и они спокойно его выполняют. Напомню, что мы ходим в греческую государственную школу, абсолютно бесплатную. И более того, у нас бесплатно выдают абсолютно все учебники. Форму нам сейчас носить не надо, потому что мы на карантине, но хочу тоже отметить, что форма достаточно приемлемой цены. То есть, например, зимняя форма у ребенка в греческой школе – это серого цвета спортивный костюм, штанишки и толстовка, курточка. Флисовые такие, тепленькие, хорошие, футболочка беленькая. То есть, ну, где-то 12 евро – это вот предел можно купить. Мы покупаем вот за 12 евро. Потому что ребенок приходит из школы умазанный, запачканный, а влажность на Кипре большая, поэтому если это белье постираешь, то сохнет оно достаточно долго. Мы покупаем сразу там несколько костюмов, ну, например, там 3, и после школы один постирал, он как раз 2-3 дня просохнет. В общем, нужна обязательно сменка. В одном костюме всю неделю не проходишь. Ребенок пачкает его. Арина уже после продленки вернулась домой. Домашнее задание в греческой школе она уже сделала. И сейчас у нее дополнительный урок русского языка. Немецкий? У Андрея тем временем урок немецкого языка и тоже онлайн. Это уже не школа, это уже дополнительные занятия. Ты закончился? Да. Вот так дети учатся. Все время за компьютером. Покажи, хоть что ты сделала. Уже отдыхаешь? Это твоя тетрадь по-русскому? Вот. Да немного ты сделала. Ладно. Так, домашка сделана, русским позанималась. Пойдем погуляем теперь, да? Занятия спортом. На роликах? Да. Ну, поехали. Ура, ура, ура. Закончилось обучение дистанционное, закончилось домашнее задание, закончились дополнительные занятия. У Андрея уже был немецкий, у Арины русский язык.
Сейчас все языковые курсы проходят онлайн. И сейчас времени уже 5 часов, скоро будет темно, но мы обязательно должны погулять хотя бы немножечко и позаниматься спортом, потому что невозможно весь день сидеть за компьютером. Согласны? Да. Мы заехали буквально на минуточку на соленое озеро, на наше знаменитое Ларнаковское соленое озеро рядом с аэропортом. И хотим показать вам фламинго. Это чудо. Это чудо, ради которого очень много иностранцев приезжают в Ларнаку смотреть на фламинго зимой. Да. Красота? Да. Пробуем настроить камеру. Очень много, они по всему озеру. Уже? Слушай, ну красота вообще. Супер. Море спокойное, ветра всем нет, правда прохладно, 12 градусов сейчас. Вот. Ура! Вот тот самый момент, когда ты берешь чашку кофе и снимаешь маску. Это счастье. А маску можно повесить и спокойно пить кофе. Андрюха пьет теплое молочко. Вкусно? Тоже использует тоже трюк с кофе идут. С кофе идут? Ну, нормальные люди с кофе гуляют. А это спорт, понимаете. Девчонки уехали опять по финикуда. Вернулись после прогулки и получили сообщение от учителя, что завтра будет пробный дистанционный урок для третьих классов. И папа с Андреем настраивают программы на компьютерах у Арины и Каролины. Вот такое оно дистанционное обучение во время локдауна на Кипре. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр.